Пем! Чё? Вот ты когда батлил с Энрейджем, ты помнишь, что Энрейдж сказал, да? Микси, пидор из Дикси! И ты усмехался над этим. Тебе смешно было, да? Смешно тебе было? Ну да, смешно было. То есть, когда я батлил с Майлзом, и Майлз сказал, Пем, жирный пидор, я что сделал? Я сделал так, я впрягся за тебя и сказал, йоу, Пем, мой крутой кореш, не пизди на него! Было? Да мне похуй было. Блять, тебе похуй было? Ты что, с курицей с этой разговариваешь? Ты выкинул мою курицу! Выкинул мою курицу! Курицу, мразь мою, выкинул, блять! Пизда тебе за курицу, блять! Майлз. А, Майлз? Да, чё? Пора за шишкой для Смоки ехать. Блин, ну... Чуваки, я только вчера ездил. Серьезно, опять? Меня вчера чуть менты не взяли. Меня чуть не накрыли по защите. Ну, серьезно? Ты знаешь, Майлз, Смоки сказал, что именно ты должен поехать за шишкой. Он именно так и сказал. Именно так, да? Да-да-да, так и сказал. Все, пиздесь. Нет, все, проебем команде всю. Ну ладно, ладно, ладно. Давайте хотя бы скинемся. У меня типа, ну я на нуле уже почти. Ты знаешь, Майлз, Смоки специфически подчеркнул, что шишка должна быть куплена только на твои деньги. Смоки именно так и сказал? Специфически. Так и сказал, да. Да-да-да. Блин, ну ладно, я тогда... Ну раз Смоки сказал, тогда что? Серьезно? То есть мы все? Ну все, я пошел. Йоу, Ника. Дебил. Сегодня накуримся. Пем, ебаный, открывай! Пем! Сука. Пем! Чё такое? Мне депиляцию нужно делать. Да там Пем целый час в туалете сидит, блядь! Я заебался терпеть! Открывай, Пем! Терпеть вашей команде не впервой. Да... Летай, проходим. Да чё... Чё за хуйня? Чё за хуйня вообще? Туалет только для победителей. Да, да ты охуел, что ли? Пошли к ресторатору. Пошли к ресторатору. Пошли к ресторатору, что ты за хуйня? Ресторатор? Чё за хуйня? Я в туалет пытаюсь сходить, я сюда рыбой приехал заниматься. Там команда Оксимирона сидит. Посадь не дают, чё за хуйня? Не дают нормально поесть курицы вами. Вообще не посадить. Блядь, заткнитесь нахуй, сука, я работаю. Неужели, блядь, не видно мне ваши разборки до пизды? Сука, еще раз вы меня отвлечете, я вас оштрафую нахуй. На 10, блядь, миллионов. На 10 ваших выигрышей, блядь. Сука. Опять все сначала, блядь. Один. Два, три, сука, один. Я обещал, что будут подарки, и сегодня будут подарки. Я Оксимирон, автор альбома Горгор. Ты нам купишь всем по айфону? Гораздо лучше летай! Все будет гораздо лучше! Молодой человек! Знаете, кто я такой? Я Оксимирон! Где здесь можно купить мой альбом Горгород 2015 года? До сих пор номер 2 в трендах! Ну, вайтюнсе. А это что такое, молодой человек? Не iTunes? Это Restore, мы здесь телефоны продаем. Рестор! Рестор! В офисе сидит, деньги считает, молодой человек, не юлите, как гнойный. Где здесь можно купить мой альбом Горгород? Вы можете купить его в iTunes через свой телефон. Так, сдайте мне телефоны! Быстро! Телефоны свои, сюда! Сейчас будут подарки! Вообще Петербург, он охуенный город. Пиздатый, типа. Вот, например, это Великая улица. Великая улица, типа, тут я написал свой альбом, кстати, «Карате». «Карате», да. Прямо здесь рифмы пришли мне в голову, и я понял то, что это охуительно. Охуительно. Пойдемте дальше, я покажу вам. Смотрите, вроде бы обычный город, но, тем не менее, тут
был Пушкин, его няня. Вроде бы Салтыков-Щедрин даже был на этих улицах, понимаете? А, в то время, они были как МС, как рэперы. Они юзали и хуярили стихи. Микси, держи альбом Горгород. Нужно послушать. До сих пор номер 2 в трендах. 2015 год. После ничего не писал. Нахуй нужно. Держи, петь. Горгород, послушай. Там про меня. Но очень иносказательно, понимаешь? Как бы не про меня, но про меня. Каждый батл-рэпер должен знать. Летай. Горгород, послушать весь. В следующий раз буду спрашивать. А теперь злые голуби, полетели. О, кстати, стоп. Вот эта лестница, прямо тут, я осознал то, что альбом «Карате» — хуйня. «Шмарате». Я подумал, «Шмарате» — это просто охуенно. «Шмарате» — это что-то такое близкое к сердцу, пацанское, понимаете, а? Пацанское. Вот. И когда я это осознал, я понял, что нельзя стоять на месте, нужно идти дальше, и я пошел. И вот тут, около второй лестницы, попрошу внимания, вот именно около этой лестницы я понял. Что я понял? «Шмарате» — это полная хуйня. Это полная хуйня, никому это не интересно. Нужно возвращаться к первому варианту, который я придумал там. И это «Карате». Да, ребята, вот. Пройдемся дальше. Так как мы Оксимирона-то разъебем? А, Оксимирона? Да. Да я хуй его знает. Пойдем, я лучше про альбом «Карате» расскажу. Так вот, вот там... Итак, друзья, сегодня у нас будет очередной мастер-класс по батл-рэпу. И в прошлый раз у нас был Владимир Епифанцев, а в этот мы решили не мелочиться и позвали его лучшего друга Пахома. Встречаем! Здорово, братишки! Меня это позвали вам про батл-рэп рассказать. Рэп это же что? Это же как правда. Правда, она разная бывает, братишка. Оно, ежели и насрал кто, оно же правда про что-то. Он мух убить хотел. Он же, братишка, помогает, вот. А вы тут говорите батл-рэп. Да вы миксеры-то видели когда-нибудь? С картошечкой, с морковочкой? Ох, я просто, вы тут мне говорите, правда, я был. Про любовь это в Азове. Я тогда в воду залез, насрал еще. Вот, то ваш батл-рэп, вот это я насрал, вот это вот батл-рэп и был. Я вам вот сейчас вот насру, вот это будет батл-рэп. Курлык! 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 Салют, с вами Оксимирон. Это Versus Fresh Blood. Пошумим, пожалуйста. Почувствуй нашу любовь. Это Versus Fresh Blood. Типа, почувствуй нашу любовь. Йоу, Саня! А, почувствуй нашу любовь. Пошумим, блять. Итак, друзья, мы собрались с вами на лобном месте для того, чтобы решить, кто самый слабейший батл МС versus Fresh Blood война стилей на этой неделе. Пошумим, блядь! Сейчас каждый из вас, участники обеих команд, напишут на листочках имя того батл МС, которого он считает слабейшим на сегодняшний день. И начнем мы с Сойера. Сойер, что ты можешь сказать? Мое мнение, это ПМ. Вообще конченый, короче. Все, ему здесь не место. Окей. Майлз. Я считаю, что это ПМ. Он заебал меня просто, я не знаю. Он ко мне не подходит, но он некрасивый. Фу, я против ПМа. Окей. Энрейдж. Мой голос против ПМа. ПМ жрет KFC, блядь. Ненавижу KFC, я за Макдональдс. И против ПМ. Хорошо, переходим к команде «Злые голуби». Летай. Я против ПМа. Он надоел занимать ванну.
Окей, Микси. Я против PM, потому что я твой страх! Ну, окей, PM, твой голос уже все равно ничего не решает, но покажи свою табличку. Значит, все уроды, но главный урод – это казах. Он не дал мне нормально помыться в ванной с курицей. Да ты охуел! Так! Мне кажется, вы забыли, что среди вас Оксимирон. Человек, который написал Горгород в 2015 году. У меня есть иммунитет на этом проекте. И я прошу вас, ребята, посмотреть его. Окей, давайте откроем конверт с иммунитетом Оксимирона. Я могу дать иммунитет одному человеку в неделю, потому спасибо, что Мирон, я Оксимирон. Мы знаем правила, окей? Оксимирон. И это... ПМ! Иммунитет получает ПМ! Злые голуби! Таким образом, ПМ остается на проекте Fresh Blood, а проект покидает казах. Enrage, твое последнее слово. Расисты, блять, вы охуели, что ли? И мы счастливы! Ура! Пиздец, это шляпа какая-то, блядь. 12 клёвых.